Ой, я вижу. А, это фейк, блядь. Боитесь потерять свой телефон? Нет, похуй. Кто Фе, поставьте, пожалуйста, два плюса и букву Д. Охренеть. Ты руку сгинаешь. Да не может быть, это рофл. А, это рофл, блин. Да что? Америку открыла. Хватит врать. Да, она ее сгинает. Блин, ребят, столько нас фей сегодня. Привет. Ну привет, простушка. Добой песню на букву Б. Брызги воды, фонтаны. Ну я даже не буду спрашивать, чья это песня, я знаю, что это твоя и ты звезда. О, нет. Брызги воды, фонтаны. А, подождите, то есть лайкеры сейчас учатся, то есть выкупать сарказм, да? То есть они учатся выкупать рофлы, сарказмы. Они пока вот на этом этапе, да? То есть нет, тиктоки тоже когда-то не понимали прикола. Там приколы были на уровне, типа, блядь, прихожу к бабушке, и она мне 5000 дает. А я говорю маме, что не давала. Вот, типа, там вот такое было когда-то. И тогда вот это все было смешно. А потом, когда начинались жесткие приколы давать... Да-да-да, тогда никто не покупал. Хотя, фу, там, фу, аморальщина, фу, ты там, как так можно? Хочешь в хаос? Хочешь актив? Люди, это... Мне кажется, там чуть-чуть расплывчатое понятие кринжа, блядь. Асу, кто? А, комментарий? Да пошел он нахуй, блядь. Мы его, да, осуждаем. Мама, я хочу рыгать. Только мне не на кровать. Меня тошнит, беги в туалет. Мам, я рыгаю. Нет. Мам. Это фейк. Если там, сука, будет номер хоть один. Ребят, сори, но тут только на два лайка палит. Тут вообще комментарий удален. 666 звонит только ночью в 3 часа ночи. А остальное время сплю. И варить-то не умею, правда, что-то предложила. Мама варит кофе, может быть, подождем. Мою маму. Сейчас тебе сказали, что лайки, плагиаты, приложения только для детей. Ну так и есть. Оно не для детей, ограничение 12+. Загадай певца. Открой рот. Ага, проверь голос. Блядь. Привет, спой песню на букву Н. Никому не слушай. А чья это песня? Да у меня, в принципе, рот не закрывается сейчас на лайки. Вообще-то это моя, я звезда. Боитесь потерять свой телефон? Респект. Вывод один, наказано. Папа. Я сказал, наказано.
У вас был такой в классе индюк, который просто вот посередине урока такой говорил, а можно постоять? И реально вставал и стоял. Боитесь потерять свой да телефон? Да нет, блядь! Да, мой член. Это кто в чате? Тихо. Привет, Настенька, мне 9 лет, приятно познакомиться, Настенька. Леди, Настенька, приветики. Алла, привет огромный, ребят, всем огромный, ребят, просто приветики. Спасибочки. Банко, 5 минут работы, и ты, мама, это точно. Вот это стримеры, не то, что твич ваш, нахуй. Все, да. И вот только спасибо, что он самый красивый, это вы, а не я. Это вы самый красивый, я нет. Так, а кто ты по знаку зодиака, ребят, по знаку зодиака Скорпион. Алла, пассивочки, пожалуйста. А, блядь, Скорпион. А кто тебе помогает снимать видео? На самом деле, погоди. Ребят, мне разные помогают, мне помогают. Мои родители, мои друзья, ребят. Я вам когда-нибудь говорил, почему Хесус не отращивает волосы? А? Донаты, блядь, забыл. Ай, сука! Дурак, нахуй. Все, что ты... Спасибо. Деда стримит. Посмотреть, может быть, не тот лайк. Спасибо. Ну, там дети нормальные. Мне завтра 16 подрастить сложно. Софа, с днем рождения, с 16-летием, спасибо. Привет, можешь поздравить Вику Шампунь? Вика Шампунь, с днем рождения, блядь. И Алена Гель, нахуй. И Надин мытье. Наказан, Спасибо большое, спасибо. А как тут выиграть? Что за хуйня? Нихуя себе. Ебать, 6 миллионов просмотров и 9 тысяч. А, звук, блять. Мальчик. Да вам без звука лучше, блять, аж ради вас. Для дуэтов. Было. Милан. Че ты, Наташа? Да, но не настоящая. Иди над Хабибкой приколи. Если вы спросите, какой самый ж... У меня хорошо получается быть привычным. Пацаны, смотрите фокус, смотрите скорее, смотрите. Давай. Я беру эту салфетку и засовываю себе... Боитесь потерять свой телефон? А кто правда закашлял, а кто фейково? Это не то?
Секунду. Ну это, вот это троллинг. Вот лайкеры, кто сидит, блядь, здесь нахуй, это троллинг. Вот сейчас вас затроллили. Кто на это ответил, вас затроллили официально. Депинск, понятно? Научить меня монтировать такие видео. И не надо меня винить в этом, блин, нахуй. Каждый раз оставляйте свой телефон, где попало. Крутое приложение поможет. Ну давай, блядь, скажи. Нашелся? Охуеть! Вот это да! По хлопку! Меня зовут, мне столько лет, тут я живу, любимый цвет. Сколько лет лайкерам? Да, сколько тебе лет? Мне 12. О! Сколько тебе лет, Софьянка? 20. Сколько тебе лет? Бессовестный, 18. А-а-а. Берем сливки. Прячемся. Мам. Спасибо, сынок. Прикольно. Я реально посмеялся. Бывает, иногда прилетает. Ебать. Меня вплавило, блядь, с этого видоса. Боитесь потерять свой телефон? Теперь его можно найти с помощью хлопков. Иди нахуй! Напомните-ка мне, когда я пос... Не говори так, сори. Я переборщил. Рассопайте, пожалуйста. Рассопайте, пожалуйста. Да на. Извини, сори. У тебя все видосы рекринжовые, жизнь рекомендации. Если у тебя видосы будут в лайке, бля, хорошие, я тебе лично приеду и 10 тысяч дам, сука. У меня видосы кринжовые. Это да, блядь, у меня рекомендация себе настроил. Мама, ну купи ты мне айфон. Я ем дошик советских времен. Извини, дорогой, слишком он. Мама, кто-то звонит в домофон. Здрасте, вы выиграли свежий батон. А внутри новенький классный смартфон. Вот и решили мы вместе вопрос. Ты наиграй, а я на... Божечки, я так полюбила себя. Я такая охуенная. Раньше я так не думала. Обожаю себя. Мне похуй на мнение других. Я просто шедевр, ебать. Я начала ставить себя на первое место, не унижаясь, как раньше. Мне не нужна ваша похвала. Я сама себя могу похвалить, ведь. Желаю всем только самооценку. Боитесь потерять свой телефон? Как лусу хоть сказать, чтоб не доебывал? Это сын Леонида? Да? Да, определенно. У вас все в порядке? Нет, я в восторге. У меня впервые в жизни украли мусор. Ебать, нихуёво стало. Бля, меня ещё и математикой добили нахуй. Ой, бля. Ты ко мне лога тото. И
Si contigo mucho mejor, así que móveme ese culo pa' atrás. Come tu esa chata pa' vibrar. Мы все ходи... Что здесь происходит? Географию делаю, мам, что угораешь? А чё орёшь? Просто ору, не получается. Телефон где твой? На зарядке стоит. Давай, мы проиграли, давай ещё раз, сейчас сыграем, просто разнесём. Он так просто экран упрётся, такой, бля, давай, бля, гаси нахуй его, давай, блядь, налево, налево, на Б, блядь. Боитесь потерять свой телефон? Теперь его можно найти с помощью хлопков. Дольче, дольче, милк, я очень люблю. Я же говорю, можно помыть голову в унитазе, бля, буду. Я же говорю, нахуй. Реально, это реально. Камеру на меня! Все, блядь, хватит. Пошел ты нахуй, лайк. Это только потому, что ТикТока не было.